Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Российской Федерации отмечают профессиональный праздник. Приморский край – это регион, где правовые проблемы во всех отраслях экономики требуют профессиональных подходов и решений. И сегодня, продолжая традиции старшего поколения, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Приморскому краю несут почетную и ответственную службу и с честью выполняют свой долг. За этот год нами было достигнуто, как и за прошлые годы, достаточно большие результаты. Основной деятельностью нашего подразделения является борьба с коррупцией. И коротко могу сказать, что только за прошлый год нами было выявлено свыше 200 преступлений коррупционной направленности. Да, наверное, это плохо, что коррупция существует в нашем государстве, но тем не менее это наша обязанность бороться с ней. Также приморской полиции разработан и активно применяется на практике комплекс мер, направленных на выявление преступлений, совершенных против государственной власти, госслужбы и службы в органах местного самоуправления. Борьба с коррупционными преступлениями выведена на более качественный уровень, о чем свидетельствует не только значительное количество выявленных преступлений, но и общественный резонанс, вызванный пресечением незаконной деятельности. Лесная отрасль и рыбодобывающая отрасль также не обходятся без внимания сотрудников экономической безопасности. За прошлый год также были выявлены ряд преступлений и раскрыты преступления в отношении организованных групп, выявлены преступления в сфере контрабанды, защита бюджетных средств, защита нацпроектов и иные преступления также не обходятся вниманием со стороны сотрудников моего подразделения. В день профессионального праздника лучшим сотрудникам подразделения и ветеранам службы вручили ведомственные награды. Анна Дьякова, новости на Восьмом.